Начинаем новую главу. Глава «Опасные примеси» называется. В прошлый раз мы заморозили неубиваемого ксеноморфа, или как его назвать? Или ксеноморфы это в «Чужих»? Отсек гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада осознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здорова и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Ну, хорошая идея. Свежие фрукты — это всегда полезно. А что у меня по оружию? На чем я остановился? О, надо перезарядить. Надо идти в отдел гидропоники, и там какой-то яд в воздух попадает. Что-то здесь трупаков много. Яд какой-то попадает. В воздух, говорю, попадает какой-то яд. Там мы сделали антидот, надо его теперь активировать, везде распылить, и тем самым спасти и так мертвую станцию. Откуда в туалете ящики с припасами? Кто вот сюда их складывал? Кредиты прятал, патроны. Карта. Короче, все время прямо и прямо, пока не упремся. Лифт. А, ну мне только в лифт. Вверх едем. Лифт может 2,5 тонны вести. Нифига себе. Грузовой лифт мощный. Да когда же там приедешь? Зелень. Помидорки растут. Режим полива. Молодцы. Слушай, уже спеют помидорки или что это у них? Я же вроде какую-то аудиозапись поднял. Почему он мне сейчас не проиграл ее? Капитан? Айзек. Хорошо, что ты целый. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видел. Оно огромное. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, там, который был на палубе. Думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Да. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Задание добавлено. Тут у них и тыковки растут. И арбузики растут. Прям оранжерея.
мне куда идти? Еще выше подниматься. Подожди, вон там верстак. А, ну да, это на этом этаже. Надо к верстаку сгонять. Я не помню, у меня остались эти силовые модули или нет. На продовольственный склад, но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулу, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Хорошо. Денежки у меня есть. Батарея резака. А, это я не аудиосообщение подобрал, а схему я подобрал. Энергетический излучатель с высокой степенью разрушения. Силовой резак. Костюмчик бы обновить, если он здесь есть 4-го уровня. А, так, что у меня в рюкзаке? Вот это переместить. Аптечки пускай лежат. Стазисная батарея. Плазменная энергия, лазерный магазин, топливо для огнемета, импульсные заряды. Ага. Давай я куплю еще один силовой узел. Будем прокачивать костюм до конца. Так, здесь есть что? А, я сюда пройти не могу. А где я видел сохранялку? А, вот она. Так. Да, на первый слот. Мне идти вон туда. Нифига непонятно. Там вроде тоже есть верстак. Наверное, мне нужно радоваться, что с Хэммоном все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске. А откуда? Ты же член команды, чё ты ему не доверяешь? Закрыт. Меня аж парит вот это вот выделение. О, верстак. Контейнеров нет. Так, давай улучшать костюмчик до конца. Так, здоровье, да, и воздух до конца. Все, полностью костюмчик я улучшил. Теперь дальше будем улучшать какое-нибудь оружие. О, ящички. Ползет. Падай. Гудбай. Правильно я иду? Да, правильно.
Какое задание-то у меня? Нет, не та кнопка. 8 куколок, которые отравляют воздух. Угу. Пока тишина, никого нету. Откуда тут кузнечики? Они что, кузнечиков с собой привезли? Ящики, вон открытый ящик. Думал, два ящика, и оба они закрыты. Оказывается, здесь есть третий ящик. Так, так, готов. Сзади. А, он стрельнуть успел. Да блин, перезарядись. Так, ты с какой стороны придешь? Не беги, перезаряжайся. Так, все. Я вон там не собрал. Еще там с той стороны лазит кто-то. Вон он. Вон он еще один. Патроны я взял. Так, у этого чуть не вывалилось. Вывалилось. Мне куда идти? Где? Они что, бесконечно идут, что ли? Не пойму, они бесконечно идут или откуда они берутся? Я слышу какие-то звуки. Так, мне на лифт. Нет, мне не на лифт. Вот сюда. Так, здесь нечем дышать. О, вот этого надо убить. А что-то он как-то быстро сдох. А таких 8 штук. Напугал. Так, надо аккуратненько. Где-то там за стенкой еще. Вот он, мелочь пузатая. Там где-то куски болтаются. Это вот эти чуваки гудят, издают эти звуки. А куда мне идти? А, вот дверь.
Вот он. Вылезет кто-нибудь? Как будто лифт вниз уходит. Так, здесь дверь закрыта. О, толстяк. Хорошо, что с него мелкие не повылазили. Я вижу ящик впереди. Можно открыть. Я его не заметил в прошлый раз. Топливо для огнемета. Теперь куда мне? А, вон туда куда-то. А, наверх. Здесь я, видимо, закончил. С этими. На второй уровень, что ли? Давай на второй. Внимание! В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Спасибо. Так, о, кредиты. А, мне как раз сюда идти, я думал, в ту дверь. Так, так. Николь? Или как там тебя? Вот этого надо валить! А, е! Бей ее! Давай! Молодец! Так, здесь ничего больше не валяет. А, нет, вот патрончики. Из этих ничего не вываливается. Две бочки, которые можно взорвать. Но я и так с ними расправился. Да уйди, не мешайся под ногами. Так, у меня что с патронами? А, патроны у меня для резака заканчиваются. Надо взять автоматик. Вот как раз для него даются заряды. Надо сохраниться. Это какой-то взрывающийся чувак, что ли? У него в руке желтая хрень была. Еще один. Да сколько у вас там? Что, из вас ничего не вываливается? Рюкзак полон. Хотя два патрона там всего. Так, ладно, пускай лежат. Я, наверное, назад буду возвращаться. Есть. Нифига себе тут лесенка какая-то. А, ага. У меня стазис полный. Кредиты. Еще кредиты.
невесомости. Зону невесомости. Так мне куда? Ту дверь? Да. Как там? Вот так. Так, больше здесь вроде бы ничего нету. А, надо стазисом. Не ту кнопку. Где? А где второй? Перезарядись, Айзик. Вон он ползает. Патроны надо взять. А у того что выпало? Ой. Хорошо. Я что, не могу туда пробраться? Шипы какие-то. С ними надо поаккуратней. Что-то какой-то гиперкуб. Угу. Я вижу, что мне нужно. Вижу, что мне нужно вот в эту дверь. Да блин, я опять не ту кнопку нажал. Там все больше и больше кровищи. Я слышу, где? Один он здесь был. Так, мне вон туда. Опять не ту кнопку нажал. Зона гравитации. Ага. Какая полоска невидимая. Видимая зоны гравитации и не гравитации. Ясно, ясно. Мне для огнемета патроны дают. Здесь дверь закрыта. Загрызли. Ты бочки вот эти не пинай, Айзик. Так, примерно я понял, что мне делать. Он в ту дверь. Успею?
Я сгорел? Там еще сзади кто-то идет? А, я нет, я не сгорел. Меня, конечно, покоцали. Беги, беги. Задание выполнено. Я ж там мог что-то не взять. Надо его отсюда убить. Чё ты там стоишь? Во, пойдем теперь вниз съездим, посмотрим, что там. Что-нибудь упало, не упало. Припасы какие-нибудь. Кредиты? Да, кредиты. Так, здесь больше ничего нету. Так, как там задание смотреть? А, мне по лифту вниз и в другую часть. Еще четверых мне нужно найти. Надо припасики здесь все собрать. Выбросить стазисную батарейку, что ли? А, я могу. А как мне использовать вот так вот? Ага. Так. Стазисную батарейку туда я пока не буду выбрасывать. Блин, с той стороны у меня же остались несколько припасов. О, модуль. Узел, точнее. Хорошо, что я сюда заглянул. Вот еще аптечка. Как я ее пропустил? Так, ну назад я через эти огненные не побегу. Я больше жизни израсходую, если нарвусь. Если нарвусь на огонь, я больше жизни израсходую, чем припасы те возьму. Там пару магазинов. Так, надо найти сохранялку. Засейвиться. Какой длинный лифт. Внимание! На продуктовом складе обнаружена масса в 10 килотонн. Откуда на продуктовом складе бомба? Сахарная она, что ли, там? Блин, я по пузу ему стрельнул. Да перезарядись, Айзик. Почему ты, когда идешь, не перезаряжаешься? Перезарядись, ну перезарядись. Где-нибудь здесь есть сохранялка или нет? Вообще мне куда идти? А, вон туда куда-то показывает. Где стазисный? Еще один стазисный модуль.
О, кредиты. Это прошлый раз я их не взял. А мне назад. Не надо меня так пугать. Я думал, кто-то сейчас полезет, а это просто форточки выбило. Здесь этот верстак. У меня один узел есть. Нужно что-то усилить. Кинезис модуль. Расстояние он, по-моему, там, да, радиус. Давай я буду усиливать. Так, этот я урон и объем усилил. Давай усилим винтовочку. Хотя бы объем уже лучше. Так, где у нас сейф? А, вот здесь. Все, здесь я сохраняюсь. И продолжу в следующий раз.